Слушай, у меня для тебя новость есть. Стой, сначала я. Я себе такую кофточку классную купила. Блин, я тоже купила себе кофточку. Ладно, приезжай. Покажем друг другу. Тебе розовый вообще не идет. В смысле не идет? Она тебе маленькая, аж пупок видно. Ты свою видела, она тебе большая, как будто твоего отца одолжила. А тебе розовый подходит под цвет волос, тупая блондинка. Что? Слушай, это же всего лишь кофты. А может, ну их? Дружба же важнее. Я так рада, что мы все выяснили. Да. Дружба дружбой, но я их постираю, то у меня им будет две. Стервы, бабы, стервы, милый бог с тобой. Да все, я уже выхожу. В принципе, я еще и ногти успею подкрасить. Я уже еду. По дороге высохнут. Ключи! Они в сумке. Да подхожу я уже, подхожу. Нашла. Фак, лучше б я была мужиком. Одевайся теплее, холодно. Весна же, ну ба! Ну я ж тебе говорила. Лохушка. Ну ба! Тикл трапу джейн. Ну дар-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 дар. Заболела? Ты какая-то вялая. Я дома. У меня плохие новости. Меня уволили с работы. Придется продать машину. И переехать к родителям. Моим. Run. Привет, как у тебя дела? Нам надо расстаться. Алло, прикинь? Ну ты меня бросил, он просто испортил мне всю мою жизнь. Да это та стерва Анжелка, она взяла его, у меня убила. Нет, это та Любка, точно, это та Любка. Я уверена, они поженятся, у них будет куча детей, она его достанет, и все, чё-то пропал. Она его у меня убила, так пусть подавится моим парнем. Я тихо скажу, это вообще... Так, о чем тебе говорю?
Привет, как у тебя дела? Нам надо расстаться. Так, подожди. Что значит, что ты меня бросил? Такие, как я, на дороге не валяются. Я богиня, я королева, меня нельзя бросать. Ты, наверное, осознал, что ты меня не потянешь. Это не ты меня бросил, это я тебя бросаю. У меня таких, как ты, вон, во дворе бегают. Есть секс. Алло-малло, сейчас погоди, потрещим. Какой ты там меня бросил? Не слышу, на каком основании? Бросает он меня. Себе дороже будет, слышь. Пятки поднял, меня потерял. Ой, я же не курю. Все, давай до вечерочка. До добрейшего. Какой бы мейкап сделать для Хэллоуина? Нужно сделать грим бомжа. Да? Это кто? Да, это я, Ксюха. Помнишь? Ксюха? Блин, сколько лет, сколько зим. Я так рада тебя слышать. Я такая думаю, дай их позвоню. Просто так. Узнаю, как у тебя дела, что нового. Ксюх, да у меня все нормально. Вот работу нашла скоро. Так что мы все тебе да тебе. Я, короче, работаю в прекрасной, шикарной мумах компании. Это не сетевой маркетинг. У нас такая классная продукция, ты себе не... Я приглашаю тебя в мою команду. По старой дружбе тебе будет скидочка. Ты будешь получать сотни тысяч. Да меня это как-то не интересует. Подожди, не бросай трубку. Так как, говоришь, у тебя дела? Да нормально, говорю, вот работу нашла. Слушай, а ты не могла мне занять 3000 до понедельника? Да пошла ты! Не звони на телефон. Щеподруги называются. За неоплату у нас. Блин. Купить искусственную елку или настоящую? Чё, пока думала, все елки раскупили, да? У тебя уже аллергия на мандарины. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Последний штрих. В смысле завтра Новый год?